Это произошло в 20-х годах в США, когда Эндрю Карнеги внезапно стал невероятно успешным. Он начал зарабатывать настолько много, что у правительства возникло подозрение, что, возможно, он занимается чем-то незаконным, преступным. Чтобы проверить это подозрение, была сформирована группа из членов Конгресса. Но проверка не обнаружила ничего противозаконного. Так что они прямо спросили его, «Как у вас получается зарабатывать так много денег?» Потому что в те времена никто не приумножал свой капитал так же быстро, как это делал Карнеги. На что он ответил, «Понимаете, я могу удерживать свое внимание на одном предмете в течение пяти минут». Кто-нибудь из вас может так же? Конгрессмены ответили, конечно, пять минут не проблема. Тогда он провел с ним эксперимент. И выяснилось, что никто из них не мог удержать свое внимание на чем-то одном дольше 10-15 секунд. Посмотрев на это, он сказал, такие люди не должны управлять Соединенными Штатами. So, is, так что дело не в том, на что вы обращаете свое внимание. Необходимо обладать способностью уделять достаточное внимание. Если ум человека будет уделять чему-то достаточное внимание, во Вселенной не найдется того, что бы ему не открылось. Вам откроется все во Вселенной. Законы ведения бизнеса, законы рынка, божественное, если вы будете достаточно внимательны, если ваше внимание будет достаточно интенсивно. Так что вместо того, чтобы думать о том, на что направить свое внимание, лучше развить свое умение сосредотачиваться на чем-то с невероятной интенсивностью. Внимание не связано с чем-то вовне. Это ваша природа. Вы можете направить свое внимание туда, куда вам нужно. Так что вместо того, чтобы просто направлять свое внимание в ту или иную сторону, вам нужно заняться развитием своей способности поддерживать высокий уровень внимания.